Вам повезло, что я изобрела детектор пропавших мозгов. А я-то боялась, что он мне не понадобится. Скорее бы наши мозги нашлись. Бедняжки, наверное, продрогли и проголодались. Похоже, что многие в наших краях лишились разума. И мой детектор ведет нас прямо к этому дому. Прошу прощения. Вы не против, если мы на минутку зайдем в ваш дом поискать мозги моих друзей? Думаю, что это значит да. За мной, ребята! Это не дом, а просто склад всяких жидкостей. Интересно, а что? Кажется, я нашла ваши мозги! Что вы делаете в моем доме, воришки? Мозги в моем воздушном пространстве – это мои мозги! Звоню в полицию! Не сажайте нас в тюрьму! Не звоните, я не хочу в тюрьму! Мы просто играем! Не получится! Слушай, старик, одно движение, и я примусь за тебя, как оса за крошки от печенья! Попробуй жидкие усики! Я переломаю твои пчелиные ножки, как две соломинки, сестра! А теперь послушай меня, лысый чудик! Нельзя забирать чужие мозги из-за того, что их занесло в твой двор! Это мозгограбеж! Так что в полицию позвоню я! Люблю, когда Сэнди раздухарится. Отойдем подальше. Прощай, безмозглый губка Боб. Тебе повезло, что мозги вернулись к хозяевам. Но если ты еще раз украдешь хотя бы мячик, клянусь, я... Прости меня, Белочка. Просто я не смог смотреть, как дети развлекаются в воздухе, пока я торчу на земле с этой корявой палкой. У нас есть средства от твоего недуга, так, Губка Боб? Ты думаешь о том же, о чем думаю я? Я думаю, мы думаем об одном. Патрик? В моей дубылке засор. Спасибо, что подарили старикану свои мозгокруты. Вы сделали доброе дело, друзья. О, не благодари нас, Сэнди. Видеть радость на лице злобного старика – это достаточная награда. Мы сделали это во имя всех престарелых. Дом престарелых. Тенистая отмель. Кто хочет прокатиться? Друзья. Мы отличная команда. Ты прав, приятель. Ну, команда, для этого эксперимента вы должны сосчитать песчинки в каждом ведре и сказать мне, каких песчинок больше, белых или черных, или же их равное количество. Ну, я пошла. У меня важные дела, но я скоро вернусь. Слушаюсь, капитан Сэнди. Да, и Патрик, ты за главного. Что? Так, системы работают. Что ж, начнем считать. Начнем считать белый песок и перейдем к черному. Или каждый возьмет по ведру. Или можем разделить белый песок пополам и пересчитать. А потом разделить черный песок пополам и пересчитать. Так что же мы решим, босс? Первый вариант. Ты за главного. Я за главного. Я за главного. Три. Я за главного. Я за главного. Я за главного. 47. Что? Что? Ты немножко отвлекся. Мы насчитали уже 47. Не уверен, что мне нравится этот способ. Хорошо, босс, как мы это сделаем? Что, если ты будешь считать белые песчинки, а я черные? Да, 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 точно. 48, 49, 50. 1, 2, 51, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Пора в
ввести первую переменную. Одна большая миска, одна маленькая. Ровно по 200 граммов каждой. Мороженое бесплатно! Мороженое бесплатно! Только сегодня получите мороженое бесплатно! Ух ты, побежали! Ты у нас босс! Мороженое бесплатно! Клянусь морскими звездами, бесплатное мороженое, очки! На здоровье! Я возьму оба, приятель! О, ну, батюшка! Я за главного! Мне один рожок. Закончились! Да что ж это такое? Можно мне один? Можно мне один? Можно мне один? Можно мне один? Помассируй-ка мне ножки. Ну хватит тебе! Кто за главного? Ладно, давай свои ноги. Эй, мое мороженое капает тебе на руку. Сейчас исправим. Патрик, ты явно делаешь неправильный выбор. Перестань огрызаться. Я за главного, и ты должен меня слушаться. Ну-ка, пересчитай белые песчинки. Ладно, так и быть. 1 893 601. 1 893 602. Все, теперь черные песчинки. Какая жалость, тебе придется начать все сначала. Вкусное мороженое, Патрик? Даже очень. Как насчет сладкой посыпки? Вот дела, этого я не ожидала. Ты не уйдешь, пока я не скажу. Сэнди, вызывает Гэри. Гэри, прием. Насколько серьезная ситуация? Я не знала, что зайдет так далеко. Сворачиваем эксперимент. Ага, хочу бесплатный мол. Откройте дверь. Эксперимент окончен. Откройте мне дверь. Ты слышал, Сэнди? Открывай! Сам открывай! Нет, ты открывай! Нет, ты открывай! Мистер продавец, скажите Губке Бобу открыть дверь! Это же я, Сэнди! Эксперимент окончен! Но мы еще не сосчитали песчинки! И нет, дело до песка! Я установила в доме микрофоны и камеры, чтобы понаблюдать, как вы себя ведете! Камеры? Спасибо, Сэнди. Продай мне сыворотку роста. Я не знаю, мистер Крабс. Я не могу предсказать, что будет. Ты сказала, что нужны испытания. Проведи их на Крабсбургере. Ну что ж, пожалуй. Но только одну каплю. Хорошо. Интересно, почему такой запах? Простите меня, пожалуйста. Мне надо быстро сбегать в комнату для белочек. Если не сложно, подержите, пока меня не будет. Это одна минута. О, нет, совсем не сложно. Ну вот. Но, Сэнди сказала... Скажите, какого размера он станет? Хе-хе, какая разница? Неисчерпаемый источник бесплатных котлет. Быстро их жарь, Губка! У нас посетители! Губка Боб! Ты начнешь готовить или так и будешь стоять? Прости, Сквидвард! Уже готовлю! Заказ готов, Сквидвард? Давай, жарь дальше! Иду жарить! Какой ужас! Я забыл перевернуть! Вот так! Хорошо, молодец, Губка Боб! Только не надо бить меня! Сквидвард, что тебя напугало? Спокойно, спокойно! Вот так история! Надо бежать отсюда! Гигантский Крабсбургер разбушевался! Надо бежать! Ты всегда ходишь босой на работе, или я просто не замечал? Не босой, а наполовину босой! Сквидвард сзади! Покинуть судно! Кажется, пора уходить. Ha ha ha!
Нет, неправда. Смотрите, вон туда. Остановился? Эй, он прав. Осторожнее. Один Нептун знает, что будет, если тебя проглотит тухлый фарш, который растекся по нашим улицам. Так, объект вижу. Вывожу тебя на позицию, Губка Боб. Ладно, пока. Ну, котлетища. Остались только ты и я. Стоп, Сэнди, что же я должен делать? Ты должен войти в прямой контакт. Прямой контакт? Это вот так? У тебя получается. Работай, Губка Боб. Ты сумеешь. Тело заполняет Крамсбургер. Огромное напряжение. Никогда не поглощал такой Крамсбургер своим телом. И вообще я никогда не поглощал Крамсбургера своим телом! Так, что же дальше? Заходите, только сегодня! Перепоглощенные Крамсбургеры! Губка Боб, два среднепрожаренных. Вас понял! Тише, не толпитесь, всем хватит! Есть! Ты жива? Пахнет супом. Что дальше? Самый большой клубок из резинки. Рекорд по дайке ковр. Скажи, сыр? Сыр! Спасибо, змейки! Дальше! Количество орехов во рту. Еще один орех! Все! Дальше! Жонглирование цепными пилами. Ну, это легко. Раз и стоп. И быстро сматываюсь. Ай! Не туда. Вставай, Губка Боб. Хватит валяться, нас ждут новые рекорды. О, да. Ты так обрадуешься. Не знаю, Сэнди, как-то это опасно. Вставай, шлем не понадобится. Работать будем снаружи. Ступай за мной. Ух ты. Вот он сам. Самый большой карточный домик. Поразительно! Встань рядом, я сфотографирую. Нет, сделаем снимок сверху. Что за... О, ясно, это солитер. Обожаю эту игру. Сейчас будет тачдаун. Что-то запахло песочницей Гэри. Пойду почищу. Надо. А ну, быстро, давай пять, а я подержу книгу. Хвала Нептуну Великому. У меня колеса отваливаются. Эй, ты куда собрался? Ну-ка, встань в строй. Мне понадобятся все мои роботы, количество построенных и уничтоженных роботов за день. 656.
657. О, искусственный гуманоидный. О, нет, нельзя. Мы все заодно. Шестьсот семьдесят девять. Рекорд побит. Так, а теперь отключай. Ну, нет. Что с тобой? У меня заболел живот. Давай посмотрим. Губка Боб. Привет, Сэнди. Губка Боб, что ты делаешь? Я пришел спасать тебя от этой книги. Я ее уничтожу, пока никто не погиб. Я не хочу терять тебя, Сэнди. Ой, не хочу терять. Какая глупость, Губка Боб. С книгой покончено. Я уже побила все рекорды. И, кстати, я пригласила автора, чтобы он это зафиксировал. Спасибо. Да. Ух ты. Понятно. Ну что ж, боюсь, вы не побили ни одного рекорда. Книге уже 30 лет. Все рекорды в ней давно побиты. Зато вы установили рекорд нового типа по числу травм при оказании помощи другу. Молодец, Губка Боб! Ура! Ой, почти закончила. Можешь передать мне гаечный ключ? Нет, коллега! А? Не Губка Боб. Я думал, мы договорились правильно обращаться друг к другу. Губка Боб! Нет-нет-нет, коллега! Ну вот, все готово. Теперь я смогу прятать орешки прямо в Техасе, не покидая лаборатории. Боже! Да, тут жарковато. Ты мне будешь рассказывать. Сработало! В этой новой газообразной форме я смогу бесшумно протиснуться внутрь красти краба. Итак, сколько тут было? Наконец-то момент настал! Нет! 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 Фу! Эй, прекрати! Планктон? Это ты? Конечно, я, тупица! Ты смог превратить себя в газообразную форму? Невероятно! А? Подожди! Раньше я тебя недооценивала. Ты великий ученый. И ты поможешь мне починить мой телепортатор орехов. Ты сказала телепортатор? Готово! Понял! Секундочку! Боже, попробуем еще раз. Надеть очки. Может, включим вместе? На счет 3, 2, 1. Огонь! Ух, мне нужно в туалет. Разрази меня, Нептун, Сквидвард. Может, тебе просто ненадолго отказаться от брокколи?
Сработало! На этот раз мы телепортировали все тело. Да, мой план сработал. И теперь мне больше не нужны эти добренькие герои. Используя твою технологию, я телепортирую себя прямо в Красти Краб. И секретная формула Крабсбургера будет моей! О нет, Планктон все-таки победил! И мы помогли ему! Не совсем, коллега! Секретная формула Крабсбургера. Но если она здесь, то где Планктон? Глупцы! Я играл на них, как на 32-битном синтезаторе. Ну и где же эта формула? Формула исчезла? Нет! Ты что-нибудь слышал? Ничего, но что-то воняет. А, я знала, что Планктон все это время вынашивал злодейский план, поэтому сделала так, чтобы он никому не причинил вреда. Никто не одурачит белку из Техаса! Привет, Губка Боб, как поживаешь? Привет, Сэнди! Послушай, я хотела спросить, ты свободен вечером? Да, а что? Я закончила новое изобретение. Сегодня будет презентация перед моими коллегами, и я хочу, чтобы ты был моим испытуемым. И я им буду! Ты ведь не забудешь об этом? Ну, конечно, нет! Я тебя когда-нибудь подводил? Алло! Только попробуй забыть! Гэри, ты свидетель! Я не подведу вас, мисс Чик! Здесь столько выдающихся ученых. Сэнди, наверное, очень гордится этим праздником. Привет, Сэнди, что ты делаешь? Привет, Губка Боб. Дорабатываю последние детали своего изобретения. Спасибо, что пришел помочь мне. Ты меня очень выручаешь. Не зря мистер Крабс всегда на тебя рассчитывает. Я должен помочь мистеру Крабсу. Я... Сэнди, мне нужно ненадолго... Как только помогу мистеру Крабсу, сразу вернусь помогать Сэнди. Губка Боб, я знал, что не придется тебя увольнять. Можете рассчитывать на меня, сэр. Я не собираюсь портить свою характеристику. Хорошо, посмотрим, что тут у нас. Тут сказано на странице 472 в параграфе 28, что вам нужна правосторонняя электрическая дрель. Правда? Может быть, ты сбегаешь в город и купишь одну из этих электрических дрелей? Я? Или можешь остаться здесь и посмотреть, как я испорчу твою характеристику. Добрый вечер, уважаемые коллеги! Сегодня вы увидите изобретение настолько инновационное, что оно навсегда изменит современную науку. И для демонстрации мой ассистент переоденется и зайдет в машину. Что? Некоторым интересно, зачем испытуемый переодевается. Что ж, я вам расскажу. Что у тебя там торчит? Кажется, у меня опять вздутие кишечника. Мне нужно отлучиться ненадолго, я сейчас вернусь. Подожди, я туда и обратно. С днем рождения! Ты все-таки пришел! В большую пробку попал. Ладно, можешь положить мой подарок вон на тот столик для подарков. Твой подарок? Да, тот, которого я ждал целый год. И он у меня есть. Вот он здесь. Упакованный лучшим образом. Так чего же ты ждешь, приятель? Доставай свой тортик, а потом мы посмотрим твой подарок. А тортик? Наверное, я забыл его у Сэнди. Ты отдал его Сэнди? Нет, я сказал, его сейчас принесет Энди. И кажется, он уже стучится к нам. Подожди, я пойду посмотрю. Я пришел. Куда это? Мой помощник на этот раз собрался. Твой помощник? Кажется, ты говоришь о моем помощнике. Да что вообще здесь происходит? Да, я бы тоже хотел это знать. И вообще, что это за подарок такой? Эй, Губка Боб должен был принести это мне. Вообще-то это моя электрическая дрель. Тебе придется все объяснить. Да, быстро да, говори, что здесь происходит. Я объяснение. Все расскажу. Я
знаю, я всем вам должен был сегодня помочь. Мистер Крабс, ваш телескоп. Патрик, твой день рождения. И Сэнди, твоя большая презентация. Я просто никому из вас не мог отказать. О, ты переоценил себя. Мог бы все объяснить мне. Мы бы что-нибудь придумали. О, знаете, ребята, вы правы. Было глупо думать, что я смогу быть в трех местах одновременно. Вовсе нет, Губка Боб. Это было невозможно. Но теперь у нас есть промо-генератор 2000. Сперва я закрываю кабину. И затем... Как вы видите, получилось два клона моего испытуемого, и это позволит ему выполнить все обещания, которые он дал. Ты это слышал, Губка Боб? Можешь быть в трех местах одновременно. Покорми меня! Клянусь кленовыми орешками! Да вы голодны! Я приготовлю лучшее удобрение, известное роду грызунов! Витамин роста! Бабах! Бубух! Быдыш! Не то! Надеюсь, это подкрепит твои силы, старина. Ух ты! Шишки-орешки! Никогда в жизни не видела таких больших желудей! И таких тоже! Надо сделать запас на зиму! Неплохо было бы найти хранилище попросторней! Ух ты! Пальчики оближешь! О, надо угостить Патрика! А что? Патрик, его надо есть, а не мазать! Я знаю! Вот, возьмите на дорожку. Спасибо. Сэнди, можно мне еще? С той стороны оказалось трудно слизывать. Конечно, Патрик, забирай все, что есть. Спасибо, Сэнди. Вот так, теперь все по-прежнему. А это что за шум? Желудевое масло, мы любим твое масло. Привет, Сэнди. Патрик, что здесь происходит? Я хочу еще масла. Кто все эти рыбы? Оп, они слезали масло у меня со спины. И пришли за добавкой. О, знаешь, Патрик, у меня не хватит масла на всех. Но мой сынок не хочет есть ничего другого. Похоже, мне опять придется идти спать голодным. Я не хочу никого расстраивать. Я выращу еще желудей. Всем вокруг нравится мое масло. От этого на душе так тепло и приятно. Ага. Спрос оказался настолько велик, что мне пришлось найти способ увеличить производство. Губка Боб бросает желуди на ленту конвейера, затем их засасывает в трубу. И вот желудевое масло готово.
Сэнди, в книге Шумана сказано, что нельзя требовать от природы больше, чем она может нам дать. Не беспокойся за мое дерево. Лучше подумай о голодных толпах любителей масла. Мы хотим больше масла! Нам нужно больше желудей, чтобы накормить их всех. По-моему, дереву не здоровится. Боюсь, долго оно так не выдержит. Ну, как говорит Сэнди, что-то кому-то чего-то наука. А кто мы такие, чтобы спорить с наукой? О, нет! Желуди кончились! Я знаю, что делать! Приближаемся к поясу радиации! Она может вызывать мутации! Скорее всем укрыться свинцовыми одеялами! Мутации! Я должна защитить свое прекрасное лицо! Я в замешательстве, как белка в космосе. Губка Боб! Эй, я вижу там маленькую белочку. Как ты туда залезла, пушистая непоседа? Мы, конечно, друзья, но пойди у него в голове дождик, промокнуть было бы нечему. Гигантская куча мала для губки. Итак, ученые-скауты, каждый из вас получит задание. Перл, измерить силу притяжения. Раз, два, притяни меня, Луна! Сквидина, собирай лунные камни. Уже работаю, мисс главный скаут Чикс. Губка Боб, а ты поищи разумные формы жизни. Так точно! Ты знаешь, как опознать разумную форму жизни, верно? Конечно! Надо забраться в голову и посмотреть, есть ли в ней мозги. Если найдешь что-нибудь, погуди. Ну а я изучу воздействие лунной гравитации на мои желуди. Кто-то сказал, что он лунный человечек. Ау! Разумные формы жизни. Хотя бы сообразительные. Мне сойдут хотя бы соображающие. Следы вполне разумных ног. Я нашел ее! Что ты нашел, Космобоб? Разумную форму жизни. Я не совсем в этом уверена. Будь она разумной, она бы давно съела этот крабсбургер. Кстати, о еде. Ты прав, пора завтракать. Ты не принесешь завтрак, который я приготовила? Запросто, зови меня завтраком, Боб. Нажми кнопку с надписью «Завтрак». Завтрак, завтрак. Где же завтрак? А, вот же он! Приготовьтесь к запуску. Нет, нет, не запуск, завтрак! Что происходит? Меня здесь!
какой клевый робот! И подумал, будет забавно, если я устрою сюрприз. Да, сюрприз ты сделал, это точно. Но это разве забавно? Убирайся, маленький олух. Куда во имя океана делся губка Боб? Унитаз в туалете засорился, крафтбургеры подгорели. Если бы я знал, я бы не стоял вот здесь и не терпел всех этих сумасшедших. Не смей так разговаривать со своим начальником, ты! Да я, да мы, да мы, да мы. Мистер Крафт, вы не видели губку Боба? Мы только что это обсудили. Он хотел вам сказать? Нет, не видели. Что ж, он очередно ушел из бикини потом и больше не вернется. Дайте посмотреть, для всех, кому интересно. По прозвищу как? Маленький олух, маленький олух. Точно, губка Боб. Что ж мне теперь делать без моего повара? Катастрофа. Что же мне теперь делать без лучшего друга? Я не должен был обижать тебя. Я не должна была выгонять тебя из своего дома. Послушайте, у меня есть план, как нам вернуть губку Боба. Вернуть? Да, и нам поможет это. Он засечет любую губку в 5-километровом радиусе. О, ты говоришь, что эта штука поможет нам найти губку Боба? Ты понял, Сквикикс? Но искать придется всем вместе. Ой, уронил его. Мистер Сквидвард! Эта штука была последним шансом вернуть это место на прежний уровень. Ты уничтожил ее, и теперь ты найдешь губку Боба. Ха-ха-ха, такой глупости я еще не слышал за всю свою жизнь. Если ты не найдешь его, ты вылетишь с работы навечно. Ха, и я, конечно, испугался. У, Сквидвард, не забывай про вознаграждение. Мистер Крабс, меня не интересует никакой... Что? Это же вручную инкрустированное камнями драгоценное яйцо. Оно завершит мою коллекцию. Ой, спасибо, спасибо, мистер Крабс. Не так быстро. Сперва верни моего лучшего повара! Граждане города Нью-Кэл, я не сильно разбираюсь в политике или бюджете, или как быть лидером. Я даже не очень понял, что такое мэр. Но я точно знаю, пока на мне мэрская шляпа, вы всегда сможете надувать пузырики на улицах Нью-Кэлпа. Или меня зовут не Головосыр Коричневый Штанник. Прости, что я накричала на тебя. О, вот это сюрприз. Сюрприз видеть нас? Нет, сюрприз увидеть говорящую белку. О, это я, Сэнди. Не притворяйся, что не помнишь меня, губка Боб. Сэнди, я скорее вспомню говорящую подводную белку. Может быть, ты и не помнишь белку, но лучшего друга-то ты не забыл, правда? Лучшие друзья навеки. Я понятия не имею, откуда у меня это. Помню только, как я ударился головой, надул пузырики, а теперь пуф, я мэр. Ты потерял память, когда ударился головой? Тебе нужно вернуться с нами в бикини-ботом. Знакомая атмосфера сразу вернет тебе твою память. А, прости, белка, я не могу уйти. Я нужен этим людям, и я уже опаздываю на встречу. Давайте вы садитесь! Сквидвард! Торопитесь! Драгоценное яйцо! Вот и я! Послушайте, не то чтобы я не хотел торчать день напролет за плитой, но просто я обязан вернуться к своей должности мэра города! О-хо-хо! Губка Боб все-таки свалит отсюда! Мистер Крабс, я вернул вам вашего повара, вы должны мне заплатить! Ну ладно, мистер Сквидвард, я дал слово! Вот твое яйцо! О, как оно прекрасно! Стой! Все хорошо, губка Боб? А, да, только голова болит, Сэнди. О, я помню это место. Я уже почти опоздал. А эта машина не доставит меня в Красти Краб? Давно хотел ее испытать. Что ж, полезай. Иди туда, Спанч Боб. Держись! Сэнди, немного щупу!
Снова каторга. Привет, Сквидвард! Вперед, назад, вперед, назад. Что с ней такое происходит? Что такое? Не могу сказать уверенно, но во мне как будто произошли изменения. Да и во мне тоже. Эй, что ты делаешь моей рукой? Что я делаю твоей? Это что это? Мы перемешались! Это чудовищно! Завтра концерт! Как я буду исполнять соло? Ну, не все так плохо, Сквидвард. У нас будет возможность подружиться, ведь придется все делать вместе. До самой смерти! Сэнди, твоих рук дело. Ну-ка, скорее расцепи нас. Ну как, я не знаю. Делай что-нибудь быстро. Я не желаю оставаться с ним. Сэнди, Сэнди, скажи, что ты придумала, как разделить нас. Поприветствуйте, молекулярный сепаратор. Здравствуй, молекулярный сепаратор. Быстро, давай запускай. Мой сольный концерт не может не состояться. О, ты уж прости, но я не успела его доделать. Не понял. Я пытаюсь его собрать. Он будет готов не раньше, чем послезавтра утром. Может быть... Что? Послезавтра утром? Нет, 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 нет. Я даю выступление завтра, и мне нужно избавиться от этого желтого слюнтяя. Сэнди, прошу, сделай это до концерта. Может, я это смогу. Я, наверное, успею до концерта. Леди и джентльмены, развлекательный центр Бикини Боттом с гордостью представляет Сквидвард Тентиклс. Дорогой, я боюсь. Монстр на дудке играет. Да! Вау! Очень смело. Я такого в жизни не видела. Ой! Надо же, им это нравится. Я тут, Сквиди! Они рады! Супер слава! Должно быть, именно так она выглядит. Итак, она чувствуется. Может, так звучит и пахнет именно так. Ух ты! Это похоже на галлюцинацию. Ну, наконец! Я здесь, ребята! Кажется, успела вовремя. Сэнди! Один выстрел из молекулярного сепаратора, и вы освободитесь друг от друга. Сэнди, не нужно! Надо же, злое. Так неинтересно. Меня сейчас тошнит. Пойду я отсюда. Нет, стойте, стойте. Я слышал и похуже. Хуже не бывает. О, мой единственный миг славы украли. Должен быть способ вернуть все назад. Нет, Сквидвард, это очень чувствительный прибор. Сквидвард, а может я... Что ж, в чем, по-вашему, проблема, мистер Тентиклс? Все началось с моего рождения. Если я не придумаю что-то стоящее, мои фонды урежут, и тогда мне придется уехать из Бикини Боттом. Ну, успокойся, Сэнди. Я уверен, ты изобрела кучу ценного. Этот шлем, например. Для чего он нужен? Говорить с орехами. Кому это надо? Спанч Боб вызывает орех. Прием. Что он сказал? Он сказал, как здесь темно. А еще что, Сэнди? Это моя орехокофеварка. Она может из арахиса приготовить отличный капучино.
И, наконец, мой робот, который может колоть орехи. Ох, не знаю, что он может, но только не орехи колоть. Ой, ерунда, его немного клинит. Мы с Патриком его починим, да, Патрик? Патрик! Не волнуйся, все наладится. Не успокаивай, Спанч Боб. Я знаю, что это конец. Я покидаю Бикини Боттом, потому что я бездарность. Мы должны помочь Сэнди, Патрик. А что нам делать? Им нужно изобретение, так? Так. Надо скорее что-то изобрести. Да. Газировка. Мы это сделали, Патрик. Мы создали самое лучшее в мире изобретение. Патрик, они здесь. Кто? Спонсоры Сэнди. Вспомни, из-за чего мы все это затеяли. А мы разве с тобой что-то затеяли, не помню. Добрый день, джентльмены. Позвольте представиться. Я профессор Перси. Это доктор Мармелад. Рад познакомиться. А это лорд Реджинальд. Очень приятно. Вы так забавно говорите. Что-нибудь еще скажите. Да будет вам известно, мы совет директоров корпорации Трикумпола. Мы здесь, чтобы убедиться, что мисс Чикс совершенно ни на что не способна. Ну что вы, всем в городе приносит пользу ученость Сэнди. До ее приезда к нам я чувствовал себя слабаком. А я недотепый. Да. Сэнди! Спанч Боб, может, скажешь, что тут делается? Получилось! Получилось! Лорд Реджинальд, вы не ранены? Думаю, пострадало мое достоинство. Мы решили прекратить финансирование вашего проекта. Незамедлительно! Ваши исследования наносят весомый экономический удар по трем куполам. Разве можно достичь высот на такой глубине? О, прости, Сэнди, мы пытались удержать тебя в Бикини Боттом, но вместо этого лишили даже шанса остаться. Они все равно бы меня уволили. Спасибо за то, что пытался помочь. И тебе, Патрик. Я мистер доктор профессор Патрик. Сейчас получишь. Шутка. Мы отбываем, доктор Мармелад. Представляете, от всех этих переживаний страшно снизился уровень калия у меня в крови. Невероятно! Неужели? А еще раз! О, это он! Это он! Ошкуриватель бананов, которого мы пытались изобрести 117 лет, господа! Ух ты, Сэнди, вот почему он не стал орехи колоть. Да. Что ж, мисс Чикс, обязан сказать, что ваше изобретение превзошло все ожидания. Возможно, сказывается ушиб головы, но я с радостью предлагаю вам 20-летний контракт и неограниченное финансирование. Я согласна. Ура! Я буду ждать новых ценных открытий, мисс Чикс. Таких, как это. Попробуйте направить талант на изобретение блохоулавливающей машины, над которой я бьюсь столько лет. Не стоит, надо и руками что-то делать. До свидания. Что ж, осталась только одна задача. Придумать, что делать с этой опасной штуковиной. Моя очередь. Отлично! Но дыра жуткая. Спанч Боб, Патрик, слышите меня? Это Сэнди. В этой штуке. Я тебя спасу, Сэнди. Стой, что за недоумки? Сэнди, ты где? И где мы? Вы незаконно проникли в мою лабораторию. На мою подлодку и внутрь Сквидварда. Понятно, почему тут такая помойка. Я все слышу. Выбирайтесь оттуда, Спанч Боб. Вам нужно только включить автопилот, и он проведет вас по маршруту до выходного отверстия.
так что будь очень осторожен. Нет проблем. Осторожно! Ну, как там у них? Ничего, это временно. Да, подпиши это. Отказ от претензий. Ладно. А что это? А, просто автограф. А вдруг ты прославишься? Ого, конечно. У меня есть несколько снимков. Что за... Сквидвард! Ай-ай! Что происходит? Я сюда! Немедленно! Я хочу полюбить! Ты не контролируешь свои действия! Эй! О, извини, я не контролирую свои действия. Они сбились с курса! О, боже, управление! О, где мы? Почти опустели. Патрик! Готово! Спанч-Боб, выбирайтесь отсюда! Если пойдете прямо вверх по пищеводу, выйдете точно к цели. Выполнить миссию еще можно, если найти замену топливу. Например, природный газ. Природный газ? Как этот? Стоп! Не смей рыгать внутри меня, это гадко. Постой, постой, Сквидвард. Возможно, в этом есть смысл. Какой? Если ты посильнее рыгнешь. Мы отфильтруем СО2 через балласт, перезапустим мотор и выскочим наверх на ударной волне. Ух ты! Он прав! Что? Превосходный план, Патрик! Да! Какой план? Рыгай, Сквидвард, на кону жизни! Не думал, что все так закончится. Топливо! Направляются к пищеводу. Фу, что ты такое съел? Олухов. Спанч Боб, Сэнди, видим посторонний объект. Так, вы должны выйти и убрать его. Да, уже работаем. Спустя 2 часа. Этот дурацкий молоток бесполезен. Спанч Боб, делай то, для чего ты рожден. Танцуй. Точно, Патрик, водоворот. Молодцы, ребята! Миссия выполнена! Вам осталось только... Покинуть мое тело! Прочь! Рост! Рост! Сейчас я спущусь и все тебе покажу. Ух ты! А зачем она тебе? Чтобы полететь на Луну, Спанч Боб. На Луну? А мне можно? Ни в коем случае. Особенно после того, что ты натворил с моим прошлым изобретением. Да мне тебя и поместить-то некуда. Я не займу много места. Видишь? Спать я могу здесь. Как уютно. Этот ящик мне нужен. Ладно, тогда здесь. Или здесь, или здесь. Спанч Боб, я лечу не для развлечения, видишь? Это наука. У меня нет времени на игры и на безбилетных пассажиров. Ясно. Я готов весь полет провести за решеткой. Это вентиляционная труба.
Она тоже нужна. Ну, пожалуйста, умоляю, возьми меня с собой. Ну, ладно, ладно. Полетишь в грузовом отсеке. Ура! Я полечу на Луну! На Луну! На Луну! На Луну! Но при условии, что ты ничего не будешь трогать. Ух ты! Духовое ружье! Это что, похотится на лунатиков? Вот дурачок. Это чтобы собирать лунные породы. Ладно, насобираешь камешков, а потом поохотимся на инопланетян. Инопланетян? Что за чушь? Я была на Луне, никаких инопланетян там нет. Сэнди, 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 как ты наивна. Вокруг нас куча свидетельств их существования. Как иначе объяснить Атлантиду, полипы, сезонные распродажи? Или эти таинственные круги, возникающие на песке неизвестно откуда? А, вот еще один. Спанч Боб, ты сам не понимаешь, о чем говоришь. Иди-ка домой и ложись спать. А завтра ровно в 6 будь здесь. И больше ни слова о пришельцах, ясно? Клянусь Нептуном, Спанч Боб, это же кабина управления. Да, только ничего тут не трогай. Иди сюда, поиграй. Патрик, что ты делаешь? Патрик, прекрати. Это настоящая ракета, не зал компьютерных игр и не комната смеха. Я выиграл, ура, в сухую! Эй, Патрик, а во что ты играл? Не знаю, ну-ка, а это что за штуки? Патрик, лучше не то. Клёво! Еще, еще! Хватит! Ладно, еще разок. Все, хватит, идем. Постой, вот это, наверное, кнопка пуска. Патрик, что ты делаешь? Во-первых, это я лечу на Луну. Так что я-то точно знаю, что кнопка пуска находится вот здесь. Ты запустил ракету. О, Спанч Боб. Спанч Боб, что ты вытворяешь? Стоило мне отвернуться на 2 секунды, как ты устроил что-то невообразимое. Нет, ну ты подумай. Взять и упаковать всех своих друзей и соседей, будто они копченые сосиски. Ты превратил мой научный эксперимент в очередное безобразие. Вам обоим должно быть стыдно. Так-то лучше, Сэнди. А точнее говоря, мисс инопланетянка. Инопланетянка? Что ты такое несешь? Это не Луна. Вы вернулись на пятницу. Я же говорю, никому нельзя верить. Так значит, ты все время был инопланетянином и мне ничего не сказал? Я еще об этом не знал. Ну, теперь ты у меня на крючке. О нет, это не я у тебя на крючке, а? Я сам у себя на крючке. Представляю, что мне скажет Сэнди. Сэнди, я вернулся! О! Бикини-ботом как-то изменился. О-о! Спанч Боб, инопланетяне хотят сказать тебе пару слов. Та-дам! Самый большой корабль в бутылке на свете! Мы точно выиграем конкурс! Впечатляет, мистер Крабс. Я вижу, вы еще не потеряли свою хватку. Их-ха! Мы выиграем, это факт! Кстати, где вы взяли столько досок? Срубил твое дерево. А, отлично. Дерево? Диплом Сэнди Чикс. Ой-ой. Ах, вы жадная, никчемная, членистоногая. А ну верните сейчас же. Показать, что я с вами сделаю. Сначала я сделаю вот так. А потом я сделаю вот так. Мы работаем, мои денежки. Юджин Крабс работает один. Что? Не лезь, лёс, пушистый хвост. Ну и ну. Этот тип скользкий, как разлившийся пудинг. Я иду за своим кораблем в бутылке Крабс. Нас ждет старое доброе погоня и барбекю по-техасски.
тоже пришло время сесть на диету. Запуск. А, мой бедный панцирь! Это все, что ты можешь? Ну, понял. Зачем только я спросил? Я не первый раз на Родео! Я 500-й раз на Родео! Глупый вредитель, ты забыла, что крабы сильнее, чем сурки? У этого краба больше наглости, чем желудей на дубе. Это еще не конец, крабс! Грызун, бегущий за подводной лодкой, печальное зрелище. Судья, разве не красота? Корабль в стеклянной бутылке в натуральную величину. Признаю, это впечатляет. Но главное, теперь это единственная неразбитая бутылка. Я вынужден объявить вас победителем. Все верно. Давайте сюда. Так, это весьма необычный экспонат. Но поскольку у нас больше нет кораблей в бутылке, я вынужден отдать приз этой белке в аквариуме. Придется пожить во временном дереве, пока не вырастет новое. Работай, лентяй в панцире! Я хочу, чтобы ты вертелся, как уголь на сковородке! О, простите, мисс Чикс. Да-да, работа! Не надо, я работаю! Так, Губка Боб, мой дом – технически сложное устройство, и управлять им очень сложно. Губка Боб, ты меня слушаешь? Ага. Вот список того, что делать можно и чего делать нельзя. Ну, это легко запомнить. Подумаешь, темное пятнышко. Это для экономии бумаги. Читать надо с помощью линзы. Ой. Слушай внимательно. Сейчас я покажу тебе самые важные обязанности. Это сооружение, моя теплица для водорослей. Здесь все работает полностью автоматически. Тебе надо... Вот это да! Смотреть на градусники, следить, чтобы температура была нормальной. Нормальной. Понятно. А это склад роботов. Здесь я храню всех своих слуг. Это разумно. Тут все легко. Сюда надо только заходить и пересчитывать роботов, чтобы ни один из них не пропал. Ты молодец. Все внимательно слушаешь, Губка Боб. Я уважаю твою пунктуальность. Ой, что ж, спасибо, Губка Боб. Что дальше в списке? Это мой инкубатор червей. Они вылупляются через месяц, но я все равно решила тебе показать. И, наконец, самое важное, моя коллекция редких артефактов, которые надо чистить 2 раза в день. Ну, ты уверен, что справишься, Губка Боб? Да, Сэнди, тебе не о чем беспокоиться. Твой любимый дом в моих надежных руках. Это точно? Да. Это действительно точно? Действительно точно. Хорошо. Так, Патрик, повтори еще раз, что ты должен делать? Ничего не трогать. Угу, что еще? Ничего не делать. И? Не смотреть ни на что. До тех пор, пока...
пока Губка Боб не кончит сторожить. Молодец, Патрик! Ну вот, с этим все, посмотрим. Губка Боб, да, Патрик? Можно. Патрик, сколько раз надо тебе... Это не я! Что ж, наверное, я бы все равно не справился. Я опозорился! Эй, Губка Боб, все не так плохо, как кажется. Да? С чего это ты взял? Вот, не все же разбилось. Съезд изобретателей. Сэнди, ты привезла нам сувениры. Странно, что ты это спросил. Странно? Да, я привезла кое-что очень полезное. И включаю это на полную мощность. Губка Боб, да-да, давай прощаться навсегда. Я никогда не думал, что вот так погибну. От лапок белки, да? Нет, с аквариумом на голове. Эврика! Работает! Эксперимент прошел успешно! Эксперимент? Правильно, ребята! Я хотела, чтобы вы разрушили мой дом, а я бы проверила свой новый лучевой мусорорегенератор на настоящем мусоре! Я, конечно, могла разрушить все вокруг сама, но никто не умеет делать это лучше вас! Ты не опозорился, Губка Боб! Ты великий ученый! Больше, чем самый большой блин в нашей качалке. С каких пор луна зеленая? Каждый знает, что луна сделана из сыра, Губка Боб. Она лежала там так долго, что заплесневела. О, но я бы все равно ее съел. Ребята, это не луна. Луна появляется по ночам. Забыли? Сдается мне, тут дело нечисто. Вот так. Лови. Ангела. Эй, дети, посмотрите, какой красивый светящийся камень. И такое увидишь не каждый день. Зеленый сыр, зеленый сыр, зеленый сыр. Патрик. Друзья, послушайте меня! Не попадите под луч! Лучи – это плохо! Бегите в тень! Так романтично! Ой, Юджи, дружок, подари мне поцелуйчик, а? Никогда не откажусь от звонкого чмока! Я домой, прятаться под одеялом, каждая головоногая само за себя. Сквидвард, ты должен оставаться в тени. Сквидвард, нет! Вот тебе и день рождения. Такое увидишь не каждый день.
гигантский осьминог. Один из крупнейших хищников на морском дне. Ну и громадина. Хорошо, что мой купол сделан из 10 тонн сверхпрочного стекла, да? Да, Сэнди, это правда. Но, к несчастью, смертоносный, крайне умный осьминог может прорезать самые твердые каменные породы своим клювом. Шутку. Мои друзья! Мое дерево! Сэнди, ты должна вспомнить, ого, кто естественный враг осьминога. Отличная идея! Используя свой подвижный хвост, техасская земляная белка призывает естественного врага осьминога. А вот и подмога идет! Кита! Взять его, Перл! Прости, Сквидвард! Итак, пришло время проститься с луной Нептуна, которая возвращается под землю, откуда она пришла. Еще увидимся через 100 лет. Что ты себе позволяешь? Я голый! Почему твое дерево сломано, а мы все голые? Знаешь, Губка Боб, скажем так, это был мой самый захватывающий день рождения в моей жизни. Разумеется, за луной Нептуна всегда следует солнце Нептуна. Такой не каждый день увидишь. С тебя конфетка, с меня не брать. Это мой лучший друг Губка Боб. Как видите, он любит сосать палец во сне. Нет, это я. Мне еще картошки, спасибо. Мой внутренний будильник говорит, что нам пора завтракать. Следуйте за мной, друзья! На цыпочках, на цыпочках. Поразительно. Вскоре наша экскурсия возобновится. А еще, ох, по-моему, майонез испортился. Это наш кассир Сквидвард. Да, и у него огромные бородавки. Поразительно. И не возвращайтесь. Опаздываю! Ого! Время второго завтрака! Опля! Вперед, друзья! Следуйте за тем бобом! За мной бегом, бегом! А это знаменитый на весь мир Красти Краб! Я так проголодалась, дорогая! Не говори! Это планктон. Он вечно пытается стащить крабсбургер. А мы на него наступаем. Попробуйте, это весело. О, невероятно. Можно? Правда весело. И следующая остановка – кухня.
Если взглянуть налево, вы увидите губку Боба, который готовит свежайшие и вкуснейшие ингредиенты крабсбургеров. О, это моя работа! Поразительно! О, я только разогреваюсь! Волшебное место, где оказывается вся еда. Если сделать так, будет вот что. Больше не суйтесь в мой туалет. О, это самая лучшая экскурсия в моей жизни. Самое интересное впереди. Если вы посмотрите налево, то не увидите того, что справа. Чуть не забыла про удобрение. Под нашими животами находится купол с деревом Сэнди. Там так красиво! Хотел бы я попасть внутрь. Ха-ха, не волнуйтесь, у меня есть ключ. Внимание, ступайте осторожней. История Сэнди и ее дерево уходит корнями в Техас. Купол над нами сделан так, чтобы не пропускать воду внутрь. Из-за этого воздух здесь слишком сухой для морских обитателей вроде нас. К счастью, мы не забыли надеть водяные скафандры. Не то сейчас нам пришлось бы совсем худо. Ой-ой! Все за мной, бегом, не то мы окончательно усохнем. О, время третьего обеда. Внимание, все за моим животом. О, похоже, моим растениям необходима вода. Это кто такие? Моллюски, вредная разновидность морской улитки, вторглись в Бикини-Боттом и атакуют, пожирая невинных жителей и покрывая город слизью. Сэнди, открой, 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 Сэнди! Открой, открой. Сэнди, пусти нас! Откуда мне знать? Вдруг вы переодеты улитки? Мы не улитки! Честное слово, пусти нас! Назови девичью фамилию матери. Бабом Ботом. Патрик, как тебя зовут? Это сложный вопрос. О, заходите. Что будем делать? Я знаю ответ на этот вопрос. Какой вам нужен, совсем простой или с большими приключениями? С приключениями? Есть! Ха! Мне нужен образец их слизи! Я сделаю анализ! Ха! И может тогда пойму, чья причину их агрессивного поведения. И мы их остановим! О, нет!
ж уходите, а я их задержу. А если не выйдет, то моя жертва хотя бы отсрочит неизбежное. Я этого не допущу, Патрикс. Это я пожертвую своей жизнью. Ладно, иди. Нет, я пойду. Улиток не интересуют сухопутные жители. Приходите завтра. Слушай, Губка Боб, одолжи мне свои зрачки. И ты, Патрик. Хорошо. Ну и ну, неудивительно, что они такие злые. В них полно микробов. Да они больнее быка больного ветрянкой. Я знаю, что делать. Недаром во мне столько мыла. Надо впитать улиточьи сопли. Они и выздоровеют. Хотелось крабсбургер. Попробуй. Отведай меня. Да-да, у меня перерыв. Вы чего? У меня перерыв. Съешь меня. Стойте, Крабс. Это какая-то новая рекламная кампания? Могли бы постараться и получше, Юджин. Серьезно. Тратить настоящие соленые огурцы на этот дешевый костюм? Это оскорбление для моего вкуса. Съешь нас. Вот и все, Карен. 152 мешка второсортного чама не первой свежести. И ни один клиент не вошел в эту дверь. Губка Боб, что ты вытворяешь? И как теперь сюда войдут клиенты? Нет больше клиентов, Планктон. Кругом сплошные крабсбургеровые зомби. Они заставляют всех их есть. Кроме нас больше никого не осталось. Крабсбургеровые зомби? Ха! Не поверю, пока не увижу. Карен!
хочу! Съешь кусочек! Я чувствую себя лучше. Вот оно что. Чам противоядие. О, крабсбургер. Патрик. Съешь. Нет, ешьте чам. Yeah.